Самолет прибыл из Москвы точно по расписанию. Когда Олег Чен спускался по трапу, многие отметили, анапский спортсмен очень устал. Сил хватило только на то, чтобы показать другу заветные награды и обсудить детали поединка. Ситуация кардинально меняется, когда служебный автомобиль выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы. На привокзальной площади его ждут представители администрации, коллеги, друзья и, самое главное, любимая семья. Как рассказывает сам Олег, борьба за победу была очень сложной, но результат стал вполне ожидаемым. Он еще не восстановился полностью после травмы, поэтому основные тренировки еще впереди. Нормальное выступление. Вот. Хотел бы, конечно, лучше, но на сегодняшний день нормально. Первый старт международный после отстранения, после того года Олимпийских игр. Поэтому нормально все. Будем работать дальше, набирать форму. Подготовки еще не хватило. Подготовка была не очень. Травмы кое-какие не давали готовиться. Ну, терпение все равно чуть-чуть потерпел. Для начала года нормально. Это первый такой старт. Просто надо работать, сейчас делать какие-то выводы, вот, подлечиться. Впереди у Олега Чена подготовка к серьезным соревнованиям. В августе он примет участие в отборочном чемпионате России по тяжелой атлетике, а по его результатам – участие в ноябрьском чемпионате мира, который пройдет в Америке. А пока в планах – отдых с любимой семьей, которую он не видел 2 месяца.